Ну что ж, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как можно зарабатывать на сайте KeyOneVinci с помощью сигнального бота, который предсказывает с вероятностью 99% исход игры. И вам покажу, как я зарабатываю 100-150 тысяч рублей в месяц. Давайте начнем с того, что где найти этого бота. Вы переходите в комментарии, и в закрепленном комментарии будет ссылка на этого бота. Вы в него переходите и смотрите, что делаете первым делом. Нажимаете старт, вам присылается такое сообщение. Вы нажимаете и копируете вот этот вот промокод. Минка 5. Все, вы его взяли, скопировали, отлично. Далее нажимаете регистрация, переходите по вот этой вот ссылочке, у вас загружается окно, вы пишете свой номер, почту, пароль, нажимаете здесь плюсик и вводите вот этот промокодик Минка 5. Обязательно все делать нужно в таком порядке, чтобы все сработало. И после этого, когда вы зарегали аккаунт свой, смотрите, если вы с компьютера, вы нажимаете кнопку пополнить, и здесь у вас высвечивается вот ваш айдишник. Вы его берете, копируете, но если вы с телефона, смотрите, что делать. Давайте зайду в режим телефона. Сейчас, минуточку. Так, выходим назад. Смотрите, и у вас будет справа снизу кнопочка меню. Вы на нее нажимаете, и у вас здесь будет ваш айдишник. Все, теперь вы его здесь тоже копируете. Вот так вот отлично так скопировали. После этого вы нажимаете в боте профиль. Далее добавить ID. И здесь вводите этот ID, который вы как раз скопировали. Все, вы добавили ваш айдишник. Все теперь настроено. Все отлично. Если у вас будут вопросы, вы можете в профиле найти ссылку на вашего личного менеджера. И ему, если что, задать все вопросы. Меня также спрашивают, как правильно здесь пополнять баланс. Смотрите, то есть вы нажимаете кнопочку «Пополнить», выбираете самый первый способ оплаты, к примеру, ну я его советую всем, нажимаете «Продолжить». И после небольшой загрузочки вам предоставятся реквизиты. То есть смотрите, давайте вот так быстренько перезайду, чтобы прогрузилось. Вы берете, копируете этот номер карты, переходите там в свой Сбербанк, допустим, вот эту сумму отправляете по этому номеру карты. На это все у вас есть целый час, поэтому думаю, вы успеете. Потом, когда вы перевели, вы нажимаете оплачено, и все. Все проходит быстренько, гладенько. Поэтому, кому нужен был туториал, как пополнять баланс, думаю, вы меня теперь прекрасно поняли. Ну и давайте теперь поиграем. Выбираем три ловушечки у нас, получаем такой сигнал. Давайте на полтосик сейчас сыграем быстренько. Закрываем справа и закрываем, давайте, вот такую вот верхушечку. В принципе, окей, давайте заберем 113 рублей с 50. Здесь тоже не было ловушки, но я решил на всякий случай не рисковать до конца. Но все равно мы заработали 63 рубля с вами примерно за 5 секунд, наверное, нашего времени. Ну или максимум 10 секунд. Это, блин, просто сумасшедший бот, реально работает и всегда выдает очень-очень крутые точные сигналы. Я его вам советую, ссылочка будет, напоминаю, в комментариях. Ну и давайте перейдем к следующему сигналу. Нажимаем новый сигнал. Так, получаем тоже неплохой, довольно большой сигнальчик. Давайте его пробуем. Закрываем такую верхушечку. Далее давайте закроем снизу. И давайте куда-нибудь еще в одно место такое тыкнем. Окей, давайте заберем тоже 100 рублей. Мне кажется, это просто балдеж. Мы здесь тоже могли закрыть, как вы видите. Мы бы снова не проиграли. Но я просто парень не рисковый. А вам советую идти, конечно же, до конца, чтобы зарабатывать реальный кэшик. Как вы видите, просто ставя по 50-100 рублей, вы можете поднимать крупные суммы. Причем, ну, по несколько раз за день. Но я советую один раз в день это делать максимум, чтобы по вашему IP они не смотрели и не видели то, что вы там много зарабатываете. Они это как бы отслеживают. Поэтому максимум один раз пополнили, один раз вывели, и все. И так больше не делайте. Ну, и в течение этого дня. То есть на следующий день вы продолжите. Поэтому всем вам советую. Ссылочка на этого бота будет в комментариях. Ни в коем случае не заигрываемся, не входим в азарт. Если вы заработали, то сразу, пожалуйста, выводите. Каждому желаю огромной удачи, побольше успехов и всем пока.